Авито — это целая кладезь. Берут 2 дня назад, все можно смотреть. Для геймера. И только здесь можно купить видеокарту, дом, ребенка. Каждый хоть раз в жизни что-либо покупал и продавал здесь. Правда, не всегда честно. Ютуб заполонили видосы про сборку ПК с Авито. Видимо, не каждый был готов к 40.90 за 250 кусков. Сколько? И тут все побежали в рай халявы и справедливости. Но это место довольно опасное, где за углом каждый продаван готов тебя на... Ебать у тебя... Конечно. Но это место довольно опасное. Жестко, ты еще и костюмы себе начал покупать. Где за углом каждый продаван готов тебя наесть. Поверьте, я много чего покупал и поверь. А ты Майбенбен покупал с Авито, кстати, Майбенберг? Видал. Вы можете радостно брать прошитый Nintendo Switch, пока продавец обещает вам в 3 короба о надежности. Я ему верю. А придя домой, это уже Nintendo кирпич. Нужно знать о всяких нюансах. Поэтому специально для вас, для моих геймеров, гигачадов и фембой. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Чеков, пекарей и людей. Я поведаю о том, как не потерять последние шекели в такое непростое время. И начнем мы с богоподобного бюджетного ПК гейминга. Это единственная платформа, в которой тебя могут наебать еще при покупке корпуса. И это я не говорю о видеокартах. Обычная заповедь ПК боярина проста: продавай старую видюху, добавляй на новую. И таких тут навалом. Но скажите мне, зачем человеку тогда продавать бэушную 4090? Он что-то явно скрывает. Скорее всего, его видеокарту пересобирает китайцы в подвалах за миску риса. Помогите мне! Тоже могу сказать и про новые китайские карты. У меня 3080 от Пиладен. Не бери. Пиладен? Что за фирма, блять? Видите, поверьте мне. В отличие от видеокарт, процессоры брать можно. Эти камни всегда выстоят лето, зиму, ядерку, апокалипсис и нового Алана Вейка. Поэтому можете смело брать любой, только знайте, битва синих и красных идет не прекращаясь. И нужно всегда помнить об... А вы их засунете? Да. Что касается памяти, брать можно исключительно SSD. Если не слушать мифы про то, что они быстрее умирают, чем HDD и прочую шизу про надежность, то это ваш выбор. Но будьте осторожны, продавцы научились сбрасывать дампы памяти, что даже Аида при проверке не поможет, поэтому советую брать новые. Это уже не роскошь, как было в 2015-м. Что касается оперативки, это чудо вечно живое, и можно не париться, главное смотреть на их целостность. Но что брать точно не стоит, так... Блок питания. Каризма правца. Майбенбен. Это был... Не, ну самое главное это грюндик. Ушные блоки питания. Мало того, что новые ксасы горят как фанаты Человека-паука на Game Awards, так если еще и БУ, вы же не хотите закончить свою жизнь. А вот что брать точно можно. У меня на ксасе комп работал на 3080, блять, года 2, наверное, и все заебись было. Так это БУ-мониторы. Да, сейчас все сбухтят о выгорании и прочем, но если монитор в пределах твоего города, то ты можешь сам приехать и все проверить. Главное отслеживать битые пиксели и засветы, но ни в коем случае не берите LG OLED. Как известно... Сука, я твой рот ебал. Все матрицы OLED любят выгорать, а дед точно... Я твой рот ебал, Майбенберг, блять, сука, это просто... И ты туда же, и ты... Грут... Знает об этом. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если вы думаете, что это ненадежно, то на том же Озоне много новых моделей с битой матрицей, и никто от них не застрахован. А Озон любит битые матрицы. Есть бэушные вещи, которые брать можно, но не стоит. Пиздец. Вот так, дорогие друзья. Растишь этого Майзенберга, Майбенберга, он потом кусает руку, которая его кормит. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Наушники, гарнитуры, мышки, коврики. Да, все это, конечно, безопасно, но противно. Кто знает, чем прошлый владелец занимался в этих ушах. Но я не вижу ничего зазорного в покупке уже юзанных устройств. Я сам до сих пор покупаю советские объективы, микрофоны на Авито. В нынешние времена не то что игры. Даже Питера Гриффина в Фортнайте не купишь. Ты уверен? Ты опять мне будешь сейчас что-то рассказывать, как в прошлые разы, да? Нет. Пожалуйста. О, реклама
описании. А теперь предлагаю вам посмотреть на то, что ни в коем случае лучше не брать с рук. Бэушные ноутбуки — это настолько кот в мешке, что ты не поймешь, когда и как он может рвануть. Я сам продавал то, о чем я умалчивал покупателю. Когда я пролил энергетик на клавиатуру ноутбука, я пытался сам вскрыть и заменить ее, но порезался об материнскую плату, полностью залив ее своей красной жидкостью. И только после того, как я вызвал мастера, клава встала на место. Да, возможно, у смотрящих есть ноут, в котором я оставил свой след 2 года назад. Ну а теперь представьте, сколько еще подобных случаев... Майбэнк-бэнк будет спонсировать. Случаев может быть. Прошлый хозяин ноута мог взламывать с него Пентагон, насылать ракеты или смотреть Фурий. И вы никогда не узнаете об этом. Это я еще молчу о том, что большинство объявлений на Авито с явным обманом. Многие меняют карты, процессоры, память и, естественно, шифруют изменения в реестре. Поэтому не рискуйте в лишний раз. Лучшая альтернатива — это новые ноутбуки у перекупщиков. Да-да-да, я так уже брал новый ноутбук от Lenovo. И то... Чел. Я пошел поссать. Наслаждайтесь этим скриншотом. Ох, блин. Ой, май Бен Бен. Ой, май Бен Бен. Ой, май Бен Берг. О, не дай бог, это окажется китайский май Бен Бен. Теперь Майзенберга можно называть май Бен Бен. Майзенберг. Ебать. Это же буквально май Бен Бен. Май Бен Берг. А теперь поговорим о конце. Погоди, он ставил... Ебать, он меня переиграл. Ебать, он меня переиграл. Ебать, он меня переиграл. Хуй сос, сука. В солях существуют сверхразумы, которые не совсем честно прошивают Nintendo Switch. Обычная чипировка происходит с установкой чипа, который позволяет играть в игры под пиратским флагом. Но есть мошенники, которые вставляют чип... И тут же его убирают. И если после такого перезагрузить консоль, прошивка сбросится, а значит ваши деньги ушли на воздух. Поэтому читайте отзывы и перезагружайте консоли при осмотре. А что сейчас происходит вот? То же касается и про-контроллера на Switch. О, это же был Jumbo Max. Некоторые китайцы научились делать подделки, но есть способ, который разоблачает их. Суть в том, что в геймпаде используется особая вибрация HD Rumble. Но в подвалах еще не научились делать такую вибрацию. Что же касается геймпадов от PS4, то DualShock'и давно научились подделывать. Весь AliExpress и Авито в том числе просто забиты их подделками. А бэушные часто страдают дрифом стиков. И если вы думали, какой геймпад взять к вашему ПК, то смело берите контроллеры от Xbox'а. Китайцам на них плев... Да, да, бейс. Вот, контроллер, вот... Во-во, это база, это Starfield контроллер, он очень красивый, у него прорезиненные рукоятки, он очень удобный, у него прозрачные вот эти вот пружинки. Что же касается полноценных консолей, то ситуация с Xbox на Авито сейчас сложная. Как многие знают, на боксе существует ошибка в РФ, по которой некоторые снимают 1000 видео на YouTube. Обойти ее можно сменой DNS, но она ограничивает функционал и скорость. В таком случае рекомендую требовать сброс настроек при проверке. А если вскроется обман продавца, то рекомендую вам вскрыть его... Dark Fantasy. Многие берут плойку с дисководом в надежде на экономию. Так легче перепродавать диск игры, который ты уже прошел и так далее. Но не все знают, что компания Sony официально запрещает перепродажу игр. И в случае нарушения... бан? А теперь вспомните, как Sony издевалась над Xbox'ом в свое время. Благо, на Sony'ке нет никакой ошибки. И вы можете смело брать ее с рук, чтобы играть в 10K гейминг. Что касается Steam Deck'а, тут то же самое, что и с ноутбуком. БУ я бы не советовал брать от слова совсем. Да, 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 бэушный Steam Deck лучше не брать, а то вдруг какой-нибудь еблан взял и просверлил его нахуй. Вспомните мою историю с болтиком, после которой я просверлил консоль насквозь. А ведь я могу захотеть продать его. Поэтому советую брать Steam Deck у перекупов. Это явно выйдет безопаснее и дешевле, чем за 100 тысяч в DNS. Блять. Что касается старых консолей, то все просто. Я покупал Олигон. И продавал прошитую PlayStation 3 2 раза. С ними не было никаких проблем, с учетом того, что это были фатки. То же самое касается и Xbox'а, Nintendo и PSP. Как правило, они стоят недорого, да и продают их буквально отрывая от сердца. Старые консоли не вызывают ажиотаж, отчего и продавцам меньше смысла врать при продаже. И вы только вспомните, как перекупы наглели в свое время. Цены консолей были завышены чуть ли не в 3 раза. PlayStation 5 была с
священным Граалем, за которую перекуп мог выручить денег на всю свою жизнь вперед. Но сейчас время прошло, и рост поставок всех консолей нехило вырос, отчего беднягам приходится продавать свои остатки дешевле рыночной стоимости. Минуту молчания в честь этих уеб... Что я точно могу посоветовать брать в плане гейминга, это уже собранные бэушные ПК. Иногда их продают от безнадёги, и вы можете выгодно урвать тот или иной экземпляр. Естественно, в нем также может быть куча обмана. Но подмену тех или иных комплектующих легче выявить даже простым осмотром через стекло. Но и тут может быть не все так гладко. На Авито существуют перепродаванные предприниматели. Они находят другие бэушные вещи у работяг на площадке, и клянчат донаты. И перепродают ровно таким же образом с наценкой бэу вещь. Именно поэтому, когда я продавал старый ПК или же монитор, мне первым делом почти через секунду выкладки объявления писали такие индивиды. А потом твой старый ПК продают с наценкой, предлагая в подарок китайскую мышку. Мимо таких я советую проходить мимо и искать, проверять что-либо самому. Авито — это кладезь и проклятие одновременно. Место, где если повезет, ты урвешь что-то классное по минимальной цене, как я урвал почти новый Black Magic, на который снимаю видео, просто потому, что чел валил из страны. Так и место, где тебя могут подлейшим образом... Привет, Дубай существует, я сейчас там. Ну, те дубайские боты поздно подключились. Позам обмануть в наше время, когда Зило им работает как какой-нибудь телефон Xiaomi, а новые комплектующие как запчасти от ракеты Илона Маска, нет ничего зазорного в покупке того или иного здесь. Главное, если вы не особо шарите вещи, зовите друга с собой при осмотре, который поможет все проверить и после поиграть с вами в каточки. А вам я хочу сказать большое спасибо за просмотр и поддержку. Чем? Если вы поставите 6000 лайков, я тут же бегу снимать новое видео. Подписывайтесь на телегу и Дискорд. С вами был Майзенберг. Люблю вас. Майзенберг, Майзенберг, недостаток FPS скроет как отец. Пацаны, поставьте ему еще лайков, он уже 6 тысяч набрал. Давайте еще больше его замотивируем, а то хуйсос, блять, ленивый пиздец.